тех, кто не боится ни ветра, ни грязи, экстремальные покатушки на квадроциклах для вас. Сегодня расскажем, как можно всей семьей устроить настоящие ралли на четырехколесных внедорожниках. Доброе утро! Я все-таки боюсь испачкаться. Скажите, есть ли какая-то специальная форма? Да, мы обязательно всем своим клиентам выдаем форму, так как трасса проложена в лесном массиве и очень грязно. Ну что ж, Дарья, присаживайтесь. Вот это у нас газ. Все будет включено, то есть вам ничего, в принципе, трогать не надо. То есть все четыре колеса ведущие. Вот это тормоз. То есть если где-то, допустим, вы приехали, то выжимаете тормоз, глушим, заглушили. Управлять внедорожником, по сути, очень просто. Нажимать газ и не забывать про тормоз. Сейчас я расскажу самые необходимые условия при поездке, то есть сели, где-то, допустим, входим в поворот, допустим, в левый, руль вывернул влево, значит, тем самым корпус тела смещается немножко, то есть сильно не надо, то есть как бы тазом, получается тазом. Если в правую сторону, то, соответственно, наоборот. А если перед вами возникла горка, чтобы на нее забраться, нужно привстать и наклониться на руль. Тем самым вы поможете квадрику подняться на гору. Ну и самое главное – это соблюдать скоростной режим. Квадроциклы с легкостью ездят по бездорожью, по ямам, оврагам и болотам. Но таким новичкам, как я, лучше начинать с проселочной дороги. Он когда едет, легко рулится. Это ты когда останавливаешься, тебе тяжело. То есть ты во время движения рули. Прежде чем сесть за руль квадроцикла, необходимо получить права категории А. Но без прав управлять четырехколесным внедорожником тоже можно. Только в прокатных центрах под руководством инструктора. Корпоративы проходят, то есть люди заказывают. У нас с чем хорошо, то что у нас он двухместный. То есть, как говорится, большее количество людей задействовано на технике. То есть двое, один едет, поменялись где-то, пересели, другой поехал. После часа езды по бездорожью я освоилась и решила покорить самую высокую, а после дождя еще и скользкую горку на трассе. И даже дождь не испортил нашу экстремальную прогулку и отличное настроение. Активных вам выходных!